В субботу утром в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС поступило сообщение о пожаре в производственном помещении на улице Калашникова. Сложность заключалась в том, что возгорание произошло на складе, где хранились легко воспламеняющиеся вещества, в частности, вата. К счастью, рабочие цеха вовремя покинули помещение. В результате пострадало только здание и продукция, которая в нем хранилась. Неудобства испытали также некоторые автолюбители. Пожар спровоцировал пробки. Горение удалось ликвидировать спустя час после сообщения о пожаре. В результате пожара повреждено помещение склада на площади 150 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 11 единиц техники и 43 человека личного состава, в том числе от МЧС России 8 единиц техники и 35 человек личного состава.